второй раз не попади. Как в батальоне приняли? Ну, не очень. До меня комбат был, они крепко его уважали, забыть не могут. Ну и ко мне, соответственно, относятся. Штрафники должны тебя уважать. Иначе застрелят в первом же бою. Иди, Головачев, командуй. Есть. Не идет из головы у меня твердо хлеба. Загубят они его. И ты вот к чему говоришь-то? Хочешь показать, какой ты сердобольный, а я дуб бесчувственный? Да просто. Хороший мужик, надежный. На таких земля стоит. И что я могу сделать для хорошего мужика, если он такой бардак в батальоне устроил? Такого бардака во всей армии хватает, Илья Григорьевич. Рябов! Я, товарищ генерал. Соедини меня с Харченко. Есть, товарищ генерал. Шестой. Шестой, ответьте первому. Первый вызывает шестого. Шестой, шестой, ответьте первому. Есть Харченко, товарищ генерал. Харченко, Лыков говорит. Как там Твердохлебов? В особом отделе армии? Понятно. Что ему грозит? Не признается? Ну да, он мужик упрямый. Ладно. Жду тебя завтра. Есть о чем поговорить. Слышал? Начальник особого отдела армии Чепуров? Он самый. Да я же его знаю. Со Сталинграда знаю. У Чайкова в штабе вместе служили. Илья Григорьевич, разреши, я ему позвоню. Валяй. Так что мне с тобой делать, Твердохлебов? Повеситься хотел. Что, совесть замучила? Так облегчил бы совесть. Написал бы все чистосердечно. Нечего мне писать. Товарищ генерал-майор! Садись и продолжай. Не хочет писать признание, товарищ генерал-майор. Уперся ни в какую. Ты зачем удавиться хотел? Трибунала испугался? А чего его бояться? Больше смерти не присудят. А чего тогда? А жить больше незачем. А раньше зачем жил? Воевать надо было. Мечтал. Жену обнять. Сына. А теперь только смерть. У нас, Твердохлебов, и смерть заслужить надо. Разве не заслужил? Признание писать не хочешь? Значит, не заслужил. Ничего писать не буду. Так стрелять. Этого я тебе обещать не могу. А вот воевать пойдешь. Это я тебе обещаю. Воюй, Твердохлебов. Там и смерть тебя найдет, если судьба. Что вы сказали? А то и сказал. Отправляйся в штрафной батальон. Рядовым. Там уже и комбата нового назначили. Воюй, Твердохлебов. Есть воевать. Оформи, как положено, и ему документы выдай, что следствие прекращено. Ну, товарищ генерал-майор. Так. Ну-ка, выйди, Твердохлебов. Липовые дела стряпать. Запомни еще одно такое дело, я тебя угроблю
Сам в штрафбат пойдешь. Там уголовники быстро с тобой разберутся. Есть, товарищ генерал-майор. Кто на него материал готовил? Начальник особого отдела дивизии Лыкова, майор Харченко.